Клюнуло. У тебя? Да, у меня. Отпусти немного. Дай ему уйти, Франк. Молодец, молодец. Надеюсь, он не отпустил. Он уходит. Отлично. Как скажешь. Это прекрасно, мой друг. Я же тебе говорил. Поверим, поверь. Лишь бы он уходит. Остановился. Досчитай до 15. А потом? Потом подсекай. Хорошо. Один, два, три, четыре. Если еще потянет, отпусти. А он умеет считать. 13, 14. Хорошо, умеет. 15. Отлично, Франк. Тянуть? Да. Сам встань, а удочку опусти. Вот так, да. Да. Он у нас на крючке. Он крупный, Франк. Отлично. Мы должны его вытянуть. Не бойся его тащить. Леска прочная. Мы верили в нее до конца, и техника ловли на живца сработала. Уже почти в сумерках. Он ее заслужил. Ты заслужил эту рыбу. Он уходит. Уходит. Я вижу. Нет, подходит. Да? Он здесь. Молодец, Франк. И что скажешь? Отличная рыба, Франк. Прекрасно. Но дело еще не закончено. Знаю, что еще не все. Плавно подводим. Великолепная рыба. Прекрасно. Он великолепен, Франк. Ты его заслужил. Вот она, рыба, которая делает счастливым. Ты не представляешь, насколько. Он прекрасен. А, крючок. Он зацепился за край, за самый край. Подожди. Мне страшно. Черт. Он у нас. Осторожно. Больше не уплывет. Он у нас. Великолепно. Я боялся до самого конца. Крючок зацепился буквально за самый... краешек рта. Да, посмотри. Думаю, килограммов 15-16. Отличная рыба в прекрасной форме. Очень сильная. Покажи мне голову этого зверя. Дай погляжу. Она огромная. Осторожно, Франк, а то выпрыгнет. Нет, я держу его. Он огромен, Франк. Здорово. Очень за тебя рад. Ты молодец. Великолепная рыба. Я горжусь этим результатом. Я знал, что так и будет. Вот он, крупный маскинонг. Потребовалось две поездки. Я уже думал, что ничего не выйдет. Это гениально. Рыба мечты. Я так рад, дружище, горжусь тобой. Мы пахали, как лошади, ради этой рыбы. Вот это пасть. Огромная пасть. Я доволен. Вы даже представить не можете, как доволен. Приложи ко рту. 1.35-1.36. Что я тебе говорил? 52-53 дюйма. Ты же говорил, что психологический рубеж для маскинонга — это 50 дюймов. Да, 50. И ты его преодолел. Поздравляю. Немногим это удавалось. Ты не представляешь, как я за тебя рад. 1.35 — это гениально. Супермен. Мне кажется, к нему возвращаются силы. Это же не из рыбы кровь, а из меня, да? Смотри, мы все правильно сделали. Отпустить его? Он бьет хвостом. Я попробую? Да, отпускай сейчас. Что скажешь? Хорош. Все верно? Превосходно. Видишь, как он уплыл? Поздравляю.